Срок контракта у новобранцев из Владимирской области – год. Теперь мужчинам предстоит пройти подготовку, а затем пополнить ряды военнослужащих в зоне специальной военной операции. Все добровольцы представляют разные муниципалитеты региона. С напутственными словами к ним обратились близкие и родные, представители общественных объединений, ветераны боевых действий и региональный министр безопасности. Очень хочу сказать, что сегодняшний героизм заключается в крепкой воинской дисциплине, в индивидуальной обученности. То есть просто надо взять себя в руки, собраться, вспомнить того, чему тебя учила срочная служба или контракт, если он таковой был до этого.